посмотрим, как Kaiser Febrar реагирует. Сейчас он цифру даст. 5-4, но уже молчит. Замолк и просто показывает цифру. Вот, еще по отдельности покажу, как Pager реагирует. Уберем дальше минера. Так, смотрим по отдельности, как Pager реагирует. Все, а ну его снимаю вот так вот поближе. О, так, фокусировка. Медленно буду подносить. С этой стороны датчик, да? Да. Вот здесь. Вот прямо под цифрой тут. Под цифрой внизу, вниз. Да. Туда. Вот, сработал уже. Остановились, значит, тумблер на месте, не движется. Он замеряет его, считает точный фон. В это время пищит и выдает цифру. И замолкает. Дальше молчит. И не мигает, ничего не молчит. Все. Дальше. А если зажмем, то покажет, какая цифра. Ну, единичка, да. Да. Теперь приближаем на большой уровень, смотрим, как он реагирует. Вот, приблизили, здесь фон уже побольше. Ждем, пока он посчитает. Ну, также единичку показал. Единичку. Ну и теперь вплотную смотрим, сбрасываем и вплотную смотрим. Так, сколько он секунд подсчитывает вот фон. Считал, четверка. Показал и замолчал. Четверка, пятерка. И, кстати, когда фон большой, вот не единичка, то уже экран не гасится, а постоянно включен, показывает вот четверку постоянно, и светится индикация опасности желтым беспрерывно. Но это когда большой фон, реально большой, вот как сейчас вплотную, пятерка, ну и четверка, пятерка показывает постоянно, мигает, и выключить уже, как его нажмешь, никак не выключить, будет постоянно.